Всем привет! И в сегодняшнем видео пойдет речь о том, как сплести веревку из вот этого вот. А это видеокассеты. На сегодняшний день это уже как бы мусор, пережитки прошлого. И куда их деть, никто не знает. Выкинуть жалко, потому что платили за них кучу денег. А сейчас даже видеомагнитофона уже нету. На смену им пришли диски CD, которые вытеснили эти кассеты. Потом пришли USB 2.0 жесткие диски. Потом жесткие диски уже пришли на пару терабайт. USB 3.0. На одном таком жестком диске, наверное, влезет кассет 500. Так что кассеты — это уже пережиток прошлого. Давайте с этих видеокассет извлекем хоть какую-нибудь еще пользу. Ну, возьмем кассеты и будем делать с них веревочки. Вот такая вот кассета Panasonic 240 стоила когда-то кучу денег. Вот голубая лагуна, на ней была записана, и счастливчик Гилберт. Вот враг государства и западня. Это тоже 4-часовая. Так, а что у нас тут? Ага. На Panasonic нет количества метров, а на Kodak, вот мы видим, длина 240 минут и длина видеопленки 343 метра. Вот, вот этими метрами мы и воспользуемся. 343 метра, это нам хватит сплести веревку. Ну, если в среднем поделить на 9, то есть 3 пряди по 3 нитки. Ну, если 343, грубо говоря, поделить на 10, то получится у нас веревка 34 метра с одной видеокассеты. Ну, давайте ее разберем и будем плести веревку. Ну, еще куча всяких пружинок. Вот такие вот красивые бобинки внутри. Ну, одна нам уже не нужна, сразу ее оторвем. А с этой будем плести веревочку. Давайте воспользуемся дрелью или шуруповертом и просверлим отверстие в центре этого ролика. Я просверлил, чтобы можно было удобно разматывать ленту. Сейчас возьму досточку какую-то, вобью гвоздик и одену на гвоздик, и она будет разматываться. Просто в руках вот так вот держать, крутить неудобно, а на гвоздике она будет очень легко разматываться. Вот я взял досточку и забил туда гвоздик, предварительно спилив шляпку болгарка. Теперь одеваем нашу бобину на гвоздик, и она легко разматывается. Ну что, поехали делать веревку. Вот а такой станочек я сделал. Вот он крутится и плетет веревку. Есть видео на моем канале про этот станочек. Переходите в раздел видео и найдете там. Этим станочком я плету вот такие вот веревочки из пластиковых бутылок. Кто не видел, опять же, переходите на мой канал и посмотрите, как я плету из пластиковых бутылок такие веревки. Ну, сегодня видео не об этом. Сегодня у нас веревка будет с видеокассеты. Вот, раз, два, три. Это будет у нас три кабелки по три веревочки в каждой. То есть всего 9 ниток. Так, одеваем нашу бобину на такое приспособление и поехали заниматься физкультурой. На улице уже осень, холодно,
Я что еле выбрал погоду, чтобы снять это видео. Теперь вот имеется вот такой крючочек с карабинчиком, на который мы и пропускаем наши ниточки. Крючок зафиксирован, мы продели и идем в обратную сторону. Одеваем на крючок и снова идем в другую сторону. Ну, в общем, я сейчас наберу нитки и тогда видео продолжим. Вот, в общем, 9-я ниточка наша заключительная. Все. И надежно фиксируем ее. Все, здесь у нас на веревке идет груз, который будет держать натяжку веревки. Теперь видите, сколько 9 лент получилось. Он котик помогает. Ему понравилась веревка. Она блестит. Он хочет с ней поиграться. Берем две вот такие вот крестовинки и цепляем на наши пряди, чтобы нити не пересекались. Берем три ниточки и одеваем в колечко. И ведем на начало нашей будущей веревки. Эту оставляем здесь. А вторую крестовину цепляем ровно посередине веревки, чтобы они не переплелись. Запускаем наш станочек и начинаем вращать, делать веревку. Так, запускаем наш станочек, и мы видим, что ленточка начинает скручиваться в трубочку. Снимаем со стопора. Мы видим, что веревочка ползет, нитка укорачивается. Мы видим, что ниточка уже скрутилась в ниточку. Ну а теперь начинаем скручивать веревочку. Надо чуть-чуть пальцами помогать, потому что что-то она не хочет сильно скручиваться, в отличие от бутылок. Бутылки скручиваются сами, веревочка скручивается сама. Вот мы дошли до середины, снимаем крестовину. Первый крестик мы снимаем. Мы видим, что ниточка скручивается очень хорошо уже теперь сама.
Вот мы видим, вот такая вот ниточка получилась у нас. Вот получились две вот такие замечательные веревочки с видеокассеты. Две штуки по 15 метров. Довольно-таки неплохие, но по правде сказать, что с пластиковой бутылки делать ее легче. Это не сильно хорошо плетется, видно изъяны небольшие. С пластиковых бутылок веревка делается лучше. Если это видео наберет 100 лайков, то я сниму видео, как сделать такую веревочку, точнее сделать станок, который будет плести такие веревки. Не механический станочек, как у меня, электромеханический, а просто ручной. Он делается за 20-30 минут, и можно будет плести веревки вот такие вот, или из пластиковых бутылок. В общем, набираем 100 лайков, и я сразу снимаю видео, как сделать ручной станок, чтобы плести такие веревочки. Видео, если вам было полезно, подписывайтесь на канал, делитесь в соцсетях этим видео с друзьями. Не забываем ставить лайки. Всем пока, с вами был Гидя.